Итак, добрый всем день, дорогие подписчики, дорогие зрители данного канала. Сегодня я хотел бы вам показать, как отправить видео через WhatsApp своему другу. Итак, вам сначала нужно выбирать видео из любого источника. Хоть это из галереи, хоть это из Инстаграма, ну, из любого вещи. Сейчас я вам покажу это. SCR работает в фоновом режиме. Так, ребята, обязательно пишите в комментарии, как меня слышно. Обязательно. Экран пишите. Приложений. Страница 3 так, из 3. Этот способ хочу показать. Вот, например, я сейчас найду. Страница 1 из 3. Этот способ я буду делать с моей... С... Пап, Samsung. Мои пап, файлы. Папка Google. Один. Папка приложения мои. Папка Си. Так, сейчас я выберу email, видео, мои файлы, как именно файлы, поиск, другу отправить. Вы можете, например, выбрать видео из Фейсбука, из ВКонтакте. Папка, скринрик, папка, Инстаграм, 2, папка, камеры, 2, папка. Например, я выбираю из Инстаграм. Видео, 23 миллиона, видео. Вот, ну я выбрал видео, то есть, да? Открыть с помощью. Галерея, так, стал видео, иншот, видео, стал видео, управление воспроизведением, друзья, ползунок, закрыть, кнопка. И вот, видео у нас звучит. Сегодня мы будем говорить. Оповещение, закрыть, видео, закрыть. Специальные, развернуть. В медиа процентов 67 медиа ползунок вот. Управление громкостью мультимедиа по умолчанию при нажатии клавиш регулировки громкости видео, музыка вот например я себе выберу видео вот это вид Инстаграм видео вид 20 ну вот выбрали открыть видео. С помощью вид галерея видео так видео. Добрый всем закрыть вечер кнопка. Дорогие друзья. Рад приветствовать. В правом верхнем углу у нас есть другие параметры. Повернуть кнопку. Сегодня мы будем говорить в редактор. То есть у нас тоже нам нужно найти поделиться. Удалить. Поделиться. Вот. Видео. Другие параметры кнопка. Поделиться. Отправить на устройство. А вот теперь выберем приложение WhatsApp. Сообщение. WhatsApp. Отправить. Перейти в выбрано. И вот смотрите, дорогие подписчики. Тут а вы выбираете, кому эту видео отправить. Поиск. Мой статус. Настройки. Мой статус. Отправить контакт. Вот, можете мой статус. Часто контактируемый. Булок, мобильный. Вот, Хайзер. Например, я отправляю на папин старый WhatsApp. Абдулахат, мобильный, выбрано. Абдулахат, всё, мобильный. Я отметил флажок. Отправить, кнопка. И нажимаю на отправить. Просмотр медиа. Перейти вверх, кнопка. И вот, дорогие друзья, уже видео отправлен. И вот, например, с любого источника вы можете также отправить видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Технология для незрячих. И всем пока.